Всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами сделать тарталетки, запеченные с грибами, луком и сыром. Получается очень вкусная и нежная закуска. А также подписывайтесь на наш канал, у нас много простых и вкусных рецептов. Итак, давайте начнем. Нам понадобятся тарталетки песочные, масло растительное для жарки, шампиньоны или любые другие грибы, какие у вас есть, сыр, лук репчатый и соль. Грибы и лук нарезаем мелким кубиком. Лук отправляем на сковороду обжариваться на растительном масле. Как лучок обжарится, добавляем к нему грибы. Подсаливаем. Перемешиваем и обжариваем грибы с луком примерно 5-7 минут. В это время натираем сыр на мелкой терке. К луку и грибам добавляем половину сыра и хорошенечко перемешиваем. Получившейся смесью наполняем тарталетки. Основной начинкой тарталетки наполнены. И теперь делаем сверху шапочку из оставшегося сыра. Выкладываю на противень фольгу. Сверху выкладываю тарталетки и отправляю в духовку, разогретую на 200-220 градусов, на 5-7 минут. Все ингредиенты у нас готовы, нужно только, чтобы расплавился сыр. Тарталетки с грибочками и сыром готовы. Сыр попался в этот раз не очень плавкий и не до конца расплавился. Но, уверяю вас, на вкусовые характеристики это никак не повлияет. Всем приятного аппетита и, надеюсь, до новых встреч на нашем канале!